С нами в студии доктор экономических наук, профессор Виктор Реутов. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, есть ли какие-то методы, как можно ускорить или упростить процесс выплаты кредитов? Ну, действительно, для многих людей это просто серьезная проблема. Кредиты, особенно если не один, то это совсем сложно. Ну, давайте попробуем разобраться в этом. Да, по данным Центробанка, за прошлый год почти четверть домохозяйств в России имеют обязательства по кредитам и кредитным картам. Несмотря на общее снижение выдачи кредитов сейчас, доля заемщиков с двумя и более кредитами в 2022 году превысила 50%. В конце прошлого года историческая задолженность жителей России перед банками достигла максимума – 26 триллионов рублей. А размер среднего потребительского кредита вырос на 15% и превысил 250 тысяч рублей. Но мы, конечно, не забываем, что кредиты могут давать новые возможности, там, проходить обучение, покупать недвижимость, авто и многое другое. Однако, когда есть сразу несколько кредитов, следить за всеми платежами и распределять бюджет довольно сложно. Лучше все-таки погасить кредиты быстрее. Для этого существуют специальные методы погашения. Ну, самым, наверное, простым и реализуемым на практике является так называемый метод снежного кома. Но это когда сначала выплачивается самый маленький по сумме кредит, ну и далее уже по нарастающей. Порядок действий в этом случае предельно прост. Выпишите все свои долги от самого мелкого до самого крупного. Но это поможет посмотреть на ситуацию в целом и определить первую цель. Ну, например, первый кредит там 10 тысяч рублей, второй 25, третий 100 тысяч рублей. Сосредоточьтесь на погашении самого маленького долга. Попробуйте выделить дополнительные средства для его досрочного погашения на регулярной основе. Ну а затем перебросьте все свои силы на второй в списке кредит, после того, как первый будет погашен. Ну и повторяйте эту схему до тех пор, пока не выплатите все кредиты. Ну, это чистая психология. Вы яснее будете видеть прогресс, это и придаст силы продолжать дальше. Помимо выплаты задолженности, по методу снежного кома, ну, нужно не влезать в новые долги, не брать новые кредиты, но это закон. В зависимости от финансовой ситуации можно применить, как говорят экономисты, еще один метод – метод лавины. Ну, тоже все несложно. Однако он психологически тяжелее, но математически и финансово выгоднее. Сначала выплачивается кредит с самой высокой процентной ставкой, независимо от размера задолженности. Погашая кредит с наибольшей ставкой, вы экономите на выплате процентов. Для мотивации можно заранее просто посчитать, сколько вы сохраните денег при таком подходе. Сосредоточьтесь на погашении первого в списке кредита с самой высокой процентной ставкой. Выделите дополнительные средства для его досрочного погашения. Ну, если это, конечно, получится у вас. Для этого метода также рекомендуется суммировать платежи по уже закрытому кредиту и присоединять их к следующему в списку. Многие могут задать вопрос, ну где можно взять вот эти дополнительные финансы, особенно если говорить о крупных досрочных платежах, например, там, по ипотеке. Но одним из таких источников могут служить выплаты государства, например, налоговый вычет. Но это не что иное, как возврат уплаченного НДФЛ, если получаете официальный доход, облагаемый по ставке 13%. С его помощью можно вернуть, например, при покупке жилья до 260 тысяч рублей, ну и даже проценты по ипотеке до 390 тысяч. А за оплату обучения и лечения также можно вернуть до 15 600 рублей в год, причем эта сумма сейчас планируется к повышению Государственной Думы. Ну и нельзя забывать и про материнский капитал в счет ипотеки, а это как-никак почти до 590 тысяч рублей в этом году при рождении первого ребенка. А если детей 3 и более, так есть еще и финансовая помощь для многодетных семей на погашение долга по ипотеке в размере до 450 тысяч рублей. Так что выход есть всегда. Главное надеяться и верить, что у вас все получится. Спасибо большое.
большое. Я думаю, что эта информация была полезна многим и теперь упростит многим жизнь. Напомним, что с нами в студии был доктор экономических наук, профессор Виктор Реутов, и это рубрика «Семейная экономика».